Доброе утро, сыночки. Все, мальчики уже попили чай. Сейчас куда поедут? Ты хочешь в садик? Нет. Почему? Я дома. Почему ты хочешь я дома? Я наоборот хочу каникулы. Да, уже скоро каникулы. А буду дома. Да, мы будем дома целых 10 дней. 10? Да, Фань? Да, да, да. Это, а вот когда у Афони будет день рождения, у меня будет выпускной, я все лето буду дома, смогу поехать до дедушки Лёши покупаться на море. Да? Нет. Да. А то лето. Ты будешь... У него когда день рождения? В пятницу? Не знаю. Кепка нолева, она тебе не нужна. Мама, летом она тебе нужна. Да она мне идет. Ты оделся. Я готовлю суп с пшеном. Теперь храню даже крупы в холодильнике, чтобы всякая гадость там не заводилась. В холодильнике я надеюсь, что точно ничего не заведется. В общем, такое желтенькое пшено. И бульончик уже закипел, который я куриный варила вчера. Сейчас я его процежу, вот свою конструкцию для... Ой. Для процеживания уже сделала. Все, бульон с курочкой закипел. Сейчас курочку буду доставать. И процеживать бульон, потому что я пенку не снимала, и там плавает все вот это вот. Ой-ой-ой-ой. Так, мы что теперь читаем, Гриш? Пересказывать. Это что, окружающий мир? Давай. А так. По литературному чтению наизусть я... Забыл? Что? Наизусть надо выучить. Да? Ну, давай читай, потом будем учить наизусть. Так, в общем, бульон процеживаю и готовим дальше. А здесь уже все нарезано. Морковка, лук и картошка. Ласкательные суффиксы. Чтобы не ошибиться при их написании, надо сначала от «выслышу», например. Ребенок. Либо «ой», либо «ё». На второй я решила приготовить картошку в духовке. Вот я уже начислила, посолила, поперчила, майонез с чесноком добавила. Будут у меня две индейки, голени индейки. Еще хочу в картошку добавить замороженную цветную капусту. Вот такую вот. Сейчас ее только промою хорошо, потому что я ее перед заморозкой не мыла. И сюда тоже добавлю. Добавила я уже цветную капусту. Вот она сейчас еще все немножечко ее саму присолила. Немножко поперчила. Всяких там специй для шашлыка. Добавила. И сейчас все перемешиваем. Будем выкладывать на противень. А сверху уже голень индейки. Так, по-моему, все хорошо. Теперь разворачиваем камеру. Вот противень. Выстелен он бумагой для выпечки. Можно фольгой, я думаю, это вообще не имеет никакого значения. Можно вообще ничем не выстилать, просто чтобы было легче мыть на самом деле. Чтобы ничего, соки туда не прикипели. Так, все. Разравниваем. Можно, кстати, мне сейчас кажется, что еще перчика болгарского немножко замороженного тоже посыпать. Сейчас попробую это сделать. Так, руки вымыли. Продолжаем.
Так, принесла я болгарский перчик. Вот он. Сейчас я его прям в пакетике разомну. На кусочки, на маленькие. И посыплю. Красота. И сейчас будем заниматься голенями. Вот такая вот индейка получилась. Ну, вернее, еще не получилось. Я надеюсь, что получится сейчас в духовке. Две голени намазала всем, чем можно. Потыкать надо, Люся. Попротыкать ее? Ну, сейчас попротыкаю. Как-то прикольно, ты больше полный. Так, мы будем обедать, но Гриша уже начал тут без меня. Суп с пшеном. Все полное? Да. Суп с пшеном. Курочка у нас, чай с медом. Даже мед наложила. Как-то. Да, он-то уже весь засахарился. Да, он как конфетки стал. Вот так что сейчас будем кушать. Рисуль, давай садись. Все, отличная сегодня тоже погода. Белье опять на улице вывесила. Потому что оно тут очень быстро высыхает. Гришкина сегодня стираю. Вчера стирала наше постельное. И сразу его потом одеваю. Все, я уже пересела в другую машину. Мы почти в Динской. Ух ты, а там и домики, да, он какие-то? Или они и были, он домики с левой стороны? Многоэтажечки он слева. Больницы, ага. Что? Они и были давно. Да? А вот это же роддом. А, ну его не видно, это не роддом. Это хирургия, да, терапия? Ага. И рядом же. Все, и все морг, включено. И роддом, ага. Же, да, все же рядом. Все включено. Люба по моргу, да? Интересно, видишь, на резиночках. А тебе и без шнурков. Мама новые кроссовки розовые, как папа я люблю. Сразу их прошу. Так, елка. Мы куда сейчас? Пенсионный? Ну, мы пенсионные, ты куда? Ну давай, я туда в фурнитуру. Давай, Верусь. Все, созвонимся, да, если что? Ну, папа не будет. Да. Как клетка красивая. Вот тоже. Короче. Так, я все купила. Ткань креп-сатин белый. Это для жабо. Будут такие воротнички. И еще вот для обшивки вот такой вот желтенький этот. В общем, по низу там костюмчик. Нужно вот такими перышками обшить. Вот такая вот красота. Вот эта штука, вот эта вот, стоит 200 рублей, 100 метр 80. А ткань на 95 рублей. Я все купила, теперь жду родителей. И только в час откроется... Что откроется? Пенсионный. Вот папа идет забирать свой пенсионный этот, снилс. Я сейчас буду селфи делать с Динской елкой. Хотела елку снять. Очень красивая. И вот эти вот палочки светящиеся. Они как будто летящие вниз какие-то метеориты ночью светятся. Но очень красивая елка. Особенно ночью. Столько народу гуляет. И не верится, что Новый год, а у нас плюс 15. Ну да, что, они когда-то недавно открылись? Ну да. Пошли посмотрим. Со старой коллекции. Угу. Ясно. Пошли. Ты пойдешь? Так, а на третьем еще там спортивная, да? А? На третьем еще спортивная? Ага. Мы же дома. Зая, покажи платье. Платье. Давай сейчас только прикрутим. Можно? Сейчас будем танцевать, да, Зай? А? Ты будешь со мной? Да.
Да, сейчас подяга. Я тоже. Что, сейчас новая песня будет? Зона, да, моя песня будет. Давай танцевать. Это что за песня, Зоя? Это концерт. Это концерт. Ух ты, мой концерт. Короче, чудеса у нас тут, да, в орхидее. Но здесь вот еще корней нету, нет, да, вот корней. Зеленая. Зеленые листики, ну да, как будто розетка, да? Uh-huh. А вот здесь вот прям корешок уже, да? Uh-huh. Да, вот один корень и розеточка новая. Короче, есть. Тебе есть куда ее сажать? У меня горшочек есть, но землю надо. Наверное, было вчера в Балцентре купить. Нет, не, ну, не знаю. У меня есть земля, я могу посмотреть. У меня как раз есть маленький горшочек. Попробуй. Так, Антошика, в садик будем. Забирайте с садика и Софа на танцы. У меня вон лошадка. Так, вот это Антошина лошадка. А вон Арсений, червяк надо. А, Арсений, вот, да? Червяк, да-да. А моя? Да. А твоя сейчас найдем. Так. Вот, твоя как раз повыше. Да. Вот это твоя, да. Ага. У тебя с такими толстыми ножками, а у Антошика с какими-то худенькими. Видела это? Антоша. Смотри. Так, обувайся. Раз, два, три. Да еще с Дедом Морозом. А что тебе гребешок дали, Антон? Да, дома дали. Гребешок? Какой еще гребешок? Еще игрушки с прошлого года, да, которые вот эта вот Антошина игрушка, Довгаль Антон. А вон Гришина, это же был же год петуха. Да. И они до сих пор на елке. Я, если честно, думала, что их выкинули. Сынулечка, ну как там танец твой, цыплят? Будут танцевать на Новый год, да, сынок? Да. Все, пошли выступать на сцене, да? Так, мы купили хлеб, вот такой вот украинский, черный. Украинский? Вот такие вот вкусные штучки Гриша. Пока он с Украины просил. Дошел, он почернел. Нет, он с поселка украинского или какого-то. А, я думал, так, и наконец-то достали с машины, которая еще со вчерашнего дня каталась же, Белевская пастила. И она, кстати... А я думал, это тоже с прошлого года. Нет, это же как мы в Туле, да? А, это современный Тул вот это есть. Так у нее в составе только яблоки, сахар, черная смородина и яичный белок. То есть вообще ничего там плохого нет, и она похожа на такой бисквитик. Сейчас будем ее кушать. Я вчера ее в Титеровке, в обычном совсем магазине увидела. Вот у нас еще в станице нигде не видела Белевскую пастилу. Это вообще безумно вкуснятина. Но с черной смородиной мы не пробовали. Мы именно яблочную пробовали. Вот так вот она выглядит. В пакетике упакованная, вот как бисквитик. Это взбитый белок, сахар с пюре с яблочным и со смородиновым. А что ж ты голову открытый? Все, будем ужинать. Гриша, как всегда, суп. А мы второе. Картошка с индейкой. Да. А Гриша суп, да? Папа, встань, я такой. Друзей себе позвал. Это праздник новогодний. Он особенный. Сегодня у нас. Нет, сегодня. Сегодня. И все. Наконец. Что наконец-то, сынок, что случилось? Научили. Да, папа сказал, если Гриша с Антошей выучит Антошин стишок. Да, ну, и давай, рассказывай. Ну, это папа будет проверять. Давай. На планете Давай, на планете мультипульти, дни и ночи мультик крутят. На планету мультипульти, Новый год, Новый год, Новый год идет. Нынче в зале столько света, столько смеха и тепла, и улыбками согрета раскрываются сердца. На планете мультипульти. 100 друзей к себе позвал этот праздник новогодний, а особенно сегодня новогодний карнавал. На планете мультипульти
Мультик крутит. Да. На планете Мультикульти Новый год идет. Новый год идет три раза. Новый год идет. Новый год идет. Нынче в зале столько света, столько смеха и тепла и улыбки. Ками согрета. Согреты. Согреты раскрываются сердца. Сто друзей тебя позвал. Это новогодний. Этот праздник новогодний. Это праздник новогодний. Он особенный. Новогодний карнавал. Угу. Ну еще будем учить, хорошо? Надо еще немножко в конце ты запутался. Карнавал, надо сказать. Угу. Так, наконец-то у меня дошли руки до вот этого вот маленького, крохотного отросточка орхидейки. Сейчас буду пробовать его сажать. Родня мне, помимо того, что вот эту орхидейку отрезала, так еще и грунт дала. Горшок у меня есть, сейчас буду пробовать сажать. Так, ну сейчас даже сажать не получится, потому что нет дырок. А для орхидеи нужно прям побольше дырок, поэтому сейчас жду Сержуню, пусть делает мне дырки, и буду тогда сажать. Я сегодня напекла новогодних уже пряников. Это будут новогодние раскраски пряничные. А вот еще елочка, снежинка, рукавички, на которых будет написано «Вместе теплее». Это вот кружка. Вот эта вот кружка, чашка такая большая. И здесь просто квадратики и кружочки, что-то придумаю. Еще я все-таки посадила орхидейку. Вот она тут такая малюсенькая. Такая вот она. Ой, не знаю, надеюсь, что будет расти. Посмотрим. Еще я сегодня купила вот такой вот дырокол снежинка. Будем делать пряники. И на пряники буду крепить айсингом же из рисовой бумаги. Вот такие вот снежиночки буду вырезать. В общем, попробую это сделать. Уже пробовала, они очень красивые получаются. Сейчас покажу. Так, достала я дырокол. Берем квитанцию об оплате. Я уже все оплатила за садик, потому что в Новый год нужно без долгов. Ну, мы вот как будто всегда платим. Так, что она там отпечаталась или нет? Так, все нажала. Вот такая вот снежинка. Вот она в натуре. По-моему, здоровски, да? И вот такие вот снежиночки. Для начала я возьму кисть сухую. Сухой краситель голубой, немножечко лист покрашу. То есть снежинки будут такие не только белые, но и с голубым немножечко. И буду делать такими вот движениями не совсем легкими. Такие вот маленькие снежиночки. Мне кажется, будет здорово. И крепить их на пряник, на елочку, например, будет очень красиво. Так, все, я сейчас иду видео выставлять, мыться, умываться и спать будем. Так что всем желаю спокойной ночи, всем до завтра и всем пока!